настрой на игру, как всегда, боевой, в принципе. Было собрание, обговорили моменты, которые на последней игре, ну, перед последней игрой. И я думаю, будем дальше идти к нашей цели, и все получится. Команда Кемерово, если взглянем на турнирную таблицу, неплохо выглядит, да. Плюс в уме у нас матч первого круга, достаточно тяжелый с ним проведенный. Я думаю, что никакой недооценки соперника ни в коем случае здесь не будет. А вот свою игру лишний раз показать, как мы это делали в нашем предыдущем выезде, я думаю, на домашней арене попытаться еще раз доказать, как мы можем играть в наш лучший волейбол. Весь чемпионат они бились со всеми. У них там, мне кажется, они рекордсмены по играм 3-2. Все немного выиграли вот этих пятых партий, даже с нами вот мы играли, то есть 3-2, но они проиграли нам. И, в принципе, команда может биться, и я думаю, что она заслуженно находится, ну, на том месте, где они есть. Большинство игроков осталось, они усилились легионерами, хотя в прошлом году легионеров не было, вот, мне кажется, разница. Те годы, когда я там играл, пребывал, участвовал в судьбе клуба, конечно, только набирал ход Кемерово. И, насколько я помню, пятое место – это был лучший результат на тот момент, когда вот, в годах, в которых я участвовал. А сейчас пятое место для Кемерово – это, ну, низшая планка, да, можно так сказать, которые они перед собой ставят. Был год чемпионский, было участие в Суперлиге, не в Суперлиге, в Лиге чемпионов. Конечно, это уже такая история, которая заставляет и функционеров, и сам клуб ставить перед собой самые высокие задачи. Вот. Но, а что не поменялось, это та атмосфера, те болельщики, которые приходят из-за Кемерово болеть. Это, конечно, радует, что из года в год это передается и закрепляется за этим клубом. Наверное, уже не даст соврать, что одни из самых теплых болельщиков там в Кемерово присутствуют и всегда поддерживают этот клуб. У нас в прошлом году даже было странно, ну так, первый раз такое. Нас, кто новенькие пришли в клуб, нас болельщики пригласили в кафе в загородном, ну, всех, кто новенький. Uh-huh. И то есть мы собрались вместе, посидели, поужинали, пообщались. То есть как бы такого еще в принципе не было. И тогда это было как такая диковинка, классно. Выделить достаточно сложно. Ну, наверное, не будет Рома открытием, Пакшин. Что да, Рома Пакшин такая ключевая фигура. Возможно, кто-то из диагональных в лице Петковича, Яковлева, Аспарухова, да, там могут выстрелить. Вот. Ну, в принципе, Черейский у них там. Да, вроде... Черейский очень хороший сезон, так же, как и наш любимец Валя Голубев. Тоже хороший сезон проводит, но это
те люди, от которых стоит ожидать классного уровня, да, а вот именно как первые скрипки, наверное, Рома Пакшин, ну и, возможно, кто-то из диагональных, кого видит главный тренер на эту игру. «Зенит-Казань» в центре волейбола.